Всем привет, меня зовут Сторон Оксана. В этом видеоролике я сейчас вам расскажу, как в SMM Planner, сервис, который автоматически публикует наши посты на все странички в соцсетях, подключить аккаунты из Facebook. Для этого важно, чтобы в одном браузере вы зашли в SMM Planner, да, в сам сервис, и на ту страничку, которую хотите подключить. Вот я сейчас зашла уже на страничку, открыла SMS Planner, SMM, захожу в раздел «Аккаунты». Кстати, это предупреждение вот написано у нас вверху, поэтому будьте внимательны, потому что если на страницу не войти, которую хотите подключить в соседней вкладочке, у вас подключить ее не получится. И нажимаем Facebook кнопка. Сейчас мы видим, вот у нас пришли мы в Facebook, и у нас пишет, приложение получит доступ к нашему аккаунту. Мы продолжить как Оксана. Сейчас мы здесь видим, тоже обратите внимание, SMM Planner хочет размещать публикации на Facebook для вас, кто может увидеть публикации в вашей хронике. То есть здесь обязательно сразу поставьте настройки, доступно всем. Потому что когда будет SMM Planner публиковать ваши посты, их люди, не друзья, видеть не смогут. Поэтому выставляем сразу доступно всем, нажимаем ОК. Ну и здесь тоже ОК, да. Все, как мы видим, внизу аккаунт размещенный. Дальше, когда мы будем писать с вами посты, будем подключать нужные нам аккаунты, куда вы хотите разместить публикации, и в принципе он будет за вас делать основную работу. Как делать посты, как планировать их, это есть отдельные видеоуроки на моем YouTube канале. Если у вас остались в принципе какие-то вопросы по подключению аккаунтов, то обращайтесь, пишите в комментарии, пишите вопросы в чат и в личном сообщении мне, я готова буду вам помочь и ответить. С вами была Сторон Оксана, встретимся в следующих видеороликах.